Одной из главных тем сегодняшней пресс-конференции правительства была зима. Но, конечно, разговор не был пронизан на рождественской идиллией. Ведь на юге Эстонии по-прежнему сложилась очень тяжелая ситуация, и многие тысячи потребителей остаются без электричества. Возникает вопрос, насколько государство может помочь в такой ситуации своим согражданам. Премьер-министр Кая Калас находится в Брюсселе и занимается международной тематикой. Отчитываться за внутренние кризисы пришлось министру внутренних дел. Он заверил, что все бригады электролеви, брошенные на ремонт линий, пришла помощь из Латвии, работают спасатели и добровольцы. Но кризис оказался масштабным, многие местности сейчас плохо доступны. Сложные места, узкие коридоры для линий на территориях частных владений. Мы имеем дело с необычным и нечастым явлением. Несколько недель идет снег, и этот снег не достигает земли, а остается на деревьях. Поэтому ломается очень много и тяжелых веток, и деревьев. Они падают и на линии электропередач. Бывали случаи, что на один и тот же отрезок линии деревья падали одно за другим четыре раза. И четыре раза приходилось делать ремонт. Конечно, многим людям, особенно пожилым, сейчас тяжело. Государство выделяет на улучшение надежности энергоснабжения 30 миллионов евро в год. После кризиса во время снежной бури в Западной Эстонии и на островах были извлечены уроки. Сейчас там ситуация заметно лучше. Зато эпицентром кризиса стала Южная Эстония. Нужно 2 миллиарда 400 миллионов евро, чтобы убрать все линии электропередач под землю. Понятно, что это просто неразумно. Надо понять, что в каких-то местах риск обрыва линий останется. Сегодня это больше относится к югу Эстонии. Но каждый кризис отличен от другого, и в городских условиях могут сложиться тяжелые обстоятельства. Советы спасательного департамента актуальны для всех. Я также призываю к сотрудничеству квартирные товарищества и сельские общины. Зимние проблемы отодвинули на второй план забастовку учителей. Хотя представляющий соцдемов министр Лайнемец понимает, что этот кризис никуда не ушел. Единственным выходом кажется возвращение за стол переговоров. Вопрос лишь в том, сознают ли это все коалиционные партии и что они готовы предложить учителям. Вопрос ведь не только в зарплате одной социальной группы, но и в будущем страны. Михаил Владиславов, Петр Улявайн, Новости Таллина.